Не прошло и полгода, хотя нет, прошло, как автор четвертого мажора, про который я снимал, замутил пятую версию и скинул мне. Давайте посмотрим. Вместе с ним, кстати, он мне скинул мультитул, типа программу, которая может его обойти. Можете поставить на паузу, почитать. Ничего себе он бесит. Не из FX, кстати. Какой ключ? Так, я узнал ключ. Окей. Доступ к диску есть. Подлагивает система. Давай запустим этот прогу. Ага, перемываем тогда. Все равно детектит. Тогда давайте сушку попробуем. Как он это делает? Он уже у меня переименован. А кстати, давайте проверим безопасный режим. Давайте тогда пропаченный процесс хакер. Он особо раз что ли закрывает, или как, я что-то не понимаю. Давайте Армани попробуем, что ли. Опа! Вторую версию он не задетектил. Что-то зависло. А, вот ты где. То есть удали. Опа. Сюда. Ну, давайте изучим процессы. Вот этот процесс что-то мне не нравится. Давайте заморозим его. Прервать можно. Ага, ну-ка. Я так понимаю, заморозить здесь нельзя.
Так, у меня есть еще три программки. Это Zoom Informer и самодельные какие-то. Ой. Так. Опа, сюда. Суспенд. Юху. Теперь бы сделать его некритичным и завершить. О. Открылся. Угу. И все. Других процессов нет. А, это старый, сейчас снова скину. Вот эти дебаггеры, они по умолчанию в этой сборке. И все, всего три файла. Ну и перезагружаемся, смотрим. Ну вроде удалю, как вам вирус? Мне не понравился. Выглядит проще, чем Мажор 3. Да и по обходу, его думаю бы даже не до хакера обошел. А куда я пропал на 2 месяца, думаю, многим из вас и так понятно. Всем добра.